Седьмая серия. Узнав, что Миран женат, Рьян принимает предложение Азата. Пытаясь справиться тем фактом, что у Мирана дома живет его законная жена, Рьян уходит под крылья Азата. Азат идет против всего с особняка Шадоглу, явившись, держа Рьян за руку. Однако его слова затронут сердца всех в семье. Предложение Азата создает эффект землетрясения в особняке Шадоглу. К Мирану приходит Хандан и предлагает ему свой план. Он соглашается, Рьян привозит к Мирану, он просит ее уехать с ним. Девушка отказывается и, взяв за руку Азата, уходит.